Добрый день! Меня зовут Семнишин Юрий, и сегодня я приветствую вас в торговой купеческой лавке братьев Губановых. Сегодня, когда нам необходимо купить какой-то товар, куда же мы с вами идем? Конечно, в торговый центр. И именно вот такие вот купеческие торговые лавки выполняли роль таких торговых центров в Царицыне. Ведь именно здесь можно было купить практически все, что душе угодно. В такой торговой лавке искушенные могли купить несколько сортов элитного пива. Также под заказ привезти из Франции розовое шампанское и другие алкогольные напитки. Особой популярностью в Царицыне пользовались самовары. И в такой купеческой лавке можно было купить самовар на любой объем и на любой кошелек. Например, были маленькие самовары на двух человек, которые на французский манер назывались тет-а-тет, и даже самовар для одной чашки под названием эгоист. Здесь же можно было купить вкусный кофе и чай на развес. Кстати, стоили они достаточно дорого. Ну и, конечно, какое же чаепитие без красивой, замечательной фарфоровой чашки или даже целого набора, например, от товарищества Кузнецова, элитный фарфор. Богатые купцы и купчихи приходили в такую торговую лавку, где по модным каталогам того периода можно было купить себе головные уборы, вееры, портсигары и прочие предметы женского и мужского туалета. Особой популярностью у представительниц прекрасного пола в городе Царицыне, конечно же, был парфюм. Но только самые состоятельные могли позволить себе купить на заказ элитные ароматы из Франции. Даже сейчас наша купеческая лавка не утратила своей основной функции, и придя на экскурсию в Волгоградский областной краеведческий музей, каждый посетитель сможет приобрести здесь сувенирную продукцию, а также изделия, выполненные руками умельцев города Волгограда.